все делаем. Едем. Мама рулит. Мама рулит. И мы едем. Мы едем в больницу, потому что у кого-то выпали временные пломбы. Я не виновата. Виновата. Ой, новенькая дорожка. Асфальт новый положили. Ты вон окошко открой, покажи. Почему? Потому что везде ограничения стоят. Нельзя быстро ездить. А-а-а. Это теплица, кстати. Что у них? Цветочки? Нет, здесь огород. Огороды? Огородные теплицы? Ага. Это не Сеул, это пригород Сеула. А то там какая-то школа. Написано Йоин Чунгхайкё. Чунгхайкё это что? Вторая школа, средняя. А, средняя школа, город Йоин. Средняя школа. Мы подъезжаем. Вот моя больница. Зубная больница. Куда мы сейчас едем? Вот так вот они сейчас покажут, ну как мне, куда мне парковаться. Очень, конечно, помогают в плане быстроты парковки. Вот видите, получается, оттуда машина выезжает с лифта. Говорит, в какую сторону крутить руль. Как выехать. Миник классный какой. Красивый. Красивый. Угу. Получается, машина заезжает в лифт, и все, и ее паркуют на этаж, где есть место. Места. Ага. Запишу сейчас номер нашей машины. Сейчас лифт вниз идет. Дали мне, значит, вот такой талончик.
вот такой талончик дали. И я потом поставлю на него печать, и будет бесплатная парковка. Так, что там? Так, позвали нашу машину по номеру, сказали нам. Сказали нам. Так, выходи. Эти штучки мам. Выходи. Сумка тебе нужна? Да, нужна. А, 내가 드렸나? 네, 드렸어요. 저 잠깐만요. 여름님이 좀 의발리죠. 글루치 안다요? 글루치 안다요? 아, 그거 가져가세요. 네. 아니, 안다요? 뭐 하나 가져가세요. 수업 보시니? Ты там пыл не снимаешь? Вот так. Нажми. Нажимаем. Давай, теперь я сниму. Так. Дочь моя, на каком лифте мы поедем? На Ми-2. На этом лифте или на этом? Я думаю, этим. Ну, значит, он быстрее приедет? Этим. Поехали. Сначала лифты, получается, спускаются вниз, а потом вверх. То есть, когда они едут вниз, собирают всех людей, доезжают до низа, потом наверх. О, кто? Это? Угу.
да, все-таки этот. Значит. Поехали нам на четвертый этаж. Первый этаж. Понятно. Получается, мы сейчас заезжаем на все оставшиеся этажи. Ребенок спрашивает, на каком языке они говорят. Выходим. Говори. А, тетя Аля, наверное, предупредила уже. Посидим, подождем кофеечек. Будешь? Ну давай, холодненький. А даже нельзя, чтобы у меня ничего нет. Что? Ну, нельзя маникюр, чтобы руки были. А. Почему нельзя, чтобы маникюр был на руках? Когда царем делает, когда фото делится. Разве кольца нельзя? Мне кажется, золото нельзя. Там лед. Да. Ну, сначала нужно разбавить холодной водичкой. Ой, горячей, горячей, дочь. Сделала горячей. Вот, и потом наложить лед. Угу, хватит, хватит. Все и размешать. Давайте давай трубочку. Трубочку. Вот так вот русский язык выучим, да, дочь? Конечно, маме трубочку надо. Маме надо все красивенько. Спасибочки. Так, это что ты мне сделала? Кофе? Корейское кофе. Вкуснятина. Так, ну все, нас позвали. Няшенька. Драл мне зуб. Начальник. Что? Наверное, вот сюда встану. Получается, ей надо сделать временные пломбы. Зачем тебе ручка? Тебе больно не будет. Ну на-ка, держи за ручку. Очень холодно. Да. Мальчиша, я буду делать. Зубы чистить лучше надо, чтобы не больно было. Угу. Ты же мать не слушаешь. Почему?
Да. У нас стоят сейчас, как они, господи, называются, брекеты. Мы поставили брекеты в декабре. Вот. По плану лечения нам говорили, что, возможно, придется удалять сверху два зуба и снизу два зуба. Но все обошлось. Вот. Поэтому мы обошлись без удаления зубов. И сказали, что примерно через месяца 4 можно будет снимать уже брекеты. Я раньше тоже зубы все делала в России, световые пломбы, вот. Но как-то уже езжу редко, поэтому лечу в Корее. В Корее зубы дороговато выходят, поэтому мы оформили страховку на зубы. Вот. Страховка возвращает за лечение зубов. Но очень много нюансов, поэтому сейчас я узнаю насчет страхования своих зубов. Потому что, наверное, чем старше, конечно, тем зубы хуже. Вот. У сына, по крайней мере, зубы хорошие. Вот 19 лет ребенку, там буквально 3 мелких кариеса. А у Миланки уже совсем прям зубки плохие. Мы лечить будем зубы с обкладками, не с, просто не с пломбами. Спрашивает, куда, говорит, мама все это снимать будет? В Ютуб. Спросила, сколько у вас, говорит, подписчиков. Ну, она говорит, мама, 400 человек всего лишь. ТСЛ? Все? Готовченко? Это временная пломба. Вот она мне эти пломбы положила на шкафчик. Валим. Угу. Ну все, мы пошли. Сейчас нам пропечатают наше парковочное место. Мы пошли. Ну все, до свидания, спасибо большое. Ну, до свидания, приходите еще. Хорошо. Валим. Еще раз покажу начальника. Вот он. Доска почета. Так. Ну и название самой клиники. Good Life Dental Hospital. Обязательно мы туда, я сюда буду и свои зубы лечить. Обязательно придем.
очень хорошие врачи, мне очень нравится и как они к клиентам относятся. Вот, пожалуйста, номер телефона. Сеул, 4-й этаж. Каннам. Каннам. Да, я думаю, что я выставлю визитную карточку. Едем домой. Опять-таки, так, у тебя, да, этот парковочный? Это парковочный. Как мне нравится корейский сервис. Не будем снимать людей. Может быть, кому-то будет не очень приятно. Вот тебя. А нам ниже. Я хочу здесь все нажать. Зачем ты все нажмешь? И что будет? Важно? Нет. Так вот, вот здесь. Нет. Ты не ляля маленькая. Не ляля, я вот так хочу. Не надо. Отдаваем наш билетик. Да, отдавай. Пусть машину спускают мою. Ай, вот такую машину хочу. Но на ней ездить, конечно, в Корее нет смысла. Ой, а вот какие огромячие. Надо номер закрыть, номер. Нельзя номер. Чё ты меня сдаёшь? Сейчас машиночка приедет. Иди. На. Да, иди сюда. Какая красивая машина. Красивая. Все, сейчас мама будет выходить. Опять показывает, куда идти. Посидеть жопа. Вот, все, заходит. Она крутится, эта штука. А, там девочка, о, простите. Вот, и она едет вон туда, вон туда. Как наша мама была. Едет. Вот так. Ага. Вот наша мама. Да. Идите назад, назад. Назад. Вперед, еще. И еще мы уходим. Не интересно. Каннаме очень красивый апарт. Что такое апарт? Дома. 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 Апарт это апарт, как еще сказать? Дома. Дома. По-русски тоже апарты, апарты. А по-русски это дома? Апат. Апартаменты. Что такое по-русски? Дома. В России нет, ну, наверное, определения какого-то. Высотные дома. Ну, может быть, высотки. А так это просто называется дом. Дом. Ну все, мы полечились. Едем обратно домой. Трафик. Что такое трафик? Поэтому пробки. Поэтому будем уже разбираться с камерой.
посмотрим, что мы наснимали. Спасибо за внимание.